воем ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя красного царя на воевленные иуды. Ну, вентилятор. Фирма. Фирма интересует, что ли? Ну да, да, потом включаю. Не, ну я так не делаю дома. Это если вы хотите, это ноу-хау ваше. Нормально я говорю. Ну, ты какой-то блогер, я тоже какой-то блогер. Что дальше-то? Я не какой-то, я блогер, а ты вот какой-то. Ну, а как твой канал называется? Еду русских свиней называется. А, ну, значит, какой-то. Да. Ну, вот так вот, да, такой у меня канал. Ну, я тебя понял, да. Вопросы да. Есть какой-нибудь интересный у тебя? Вопросы? А какие тебе вопросы можно задать? Ты старый пиночет, ебать. Ты на какие-то вопросы отвечать умеешь? Я на все отвечаю вопросы. Я на все отвечаю вопросы. Ну, ты ж ебаный, блядь, старикаш. Да какая, какая разница? Какие там лекарства от сердца принимать? Ты тоже старика. Что для ПТС? Ты тоже старикашка. Маску надел, значит, молодой, что ли? Нет. Ну-ну. Видишь, ну куда это хорошо? Как ты жил в Советском Союзе? Хорошо. Как жил в Советском Союзе? Я не сторонник Советского Союза. Советский Союз был. Был государством, которое управлялся незаконной партией. А сторонник чего ты? Я сторонник Российской империи, которая была до 1917 года. А ты сторонник чего? Я сторонник независимой и свободной Украины. Ну так если бы она была независимой и свободной, еще ладно. Украина, в принципе, это гнойная отрыжка коммунистического режима. Знаешь об этом? А ну приезжай, скажи об этом. Так я приезжаю, я приезжаю в Украину каждый год. Вот кроме этого из-за ковида не приехал. Да я все время говорю. А ты где живешь? Ты где живешь? В Киеве или в Виннице? В Донецке. В Донецке? Так Донецк это ДНР. Да. ДНР. Значит, не в Донецке ты живешь. Хуя ебать. Да. Они считают, что все, кто в Донецке живут, должны говорить, ну в ДНР, блядь, мы там в России любим все такое. Да хуй тебе в рот, понял? Так ты, я верю, что ты не в Донецке живешь. Ты мне скажи, вот в городе Горловка, как называется станция главная, железнодорожная? На букву Н я тебе подскажу. Это проверка, с Донецка ты или нет? Элементарная проверка. Горловка и Донецк, это два разных города. Ну я понимаю, ладно. Я в Донецке прожил, блядь, и живу. Ладно. Ладно, ладно, по Донецку тебе вопрос. У вас вот там площадь Конституции, улица Конституции есть в центре, да, недалеко от площади. Вот, там, ну ладно, в центре, вот чуть пониже вот самого центра, есть кольцо трамвая. Какой номер трамвая кольцо там? Второй. Девятый. Не знаешь ты нихера Донецк. Ты небось с каких-нибудь... Ты не бы с каких-нибудь киевских либо винницких ебеней, похоже. Подожди, ты какое ты кольцо говоришь? Там эти колец, блядь, где? Да, да, там они не так уж много колец. Где? Ладно, какой номер троллейбуса до вокзала ходит в Донецке? Девятка. Вот тут как раз двойка ходит. Все ты перепутал. Ладно, давай, колись из какого города, по-честному. Донецк. Ну ладно, что ты уже показал свое незнание Донецка. Ну ладно, бог с тобой. Это виртуальная сеть. Можешь представляться, да как ты хочешь. Ебать, а ты, блядь, ты там
Ну, я был, да, я был давно, в 99-м году. Да. Ну хорошо, ладно, давай, давай конструктивно. А что ты, за что ты Украину любишь? Что она тебе хорошего сделала? Она мне плохого не сделала. Ну как плохого? Мову, мову насаждает. Че это, хорошо что ли? Ну если ты украинец, да, может и тебя ничего поговорю. Она же всем насаждает, не только украинцам. Где-то так. Ну, а ты, допустим, вот живешь, где ты живешь? Ну, в Канаде, да. В Канаде ты живешь, правильно? Ну, в Канаде. А ну, хочешь, могу, могу по-русски, вот в русских магазинах по-русски. Можно говорить. Да нет, там по-русски говорят. Ладно. Ладно, ты не равняй Канаду со своей сраной Украиной. И в Германии до хера по-русски говорят. Так ты не равняй цивилизованные языки со своей мовой, ты не равняй. Конечно. Ах ты, блядь, сука. Русский цивилизованный. Русский цивилизованный, он в топе находится, как и немецкий. Первый английский в топе, а русский пятый. Русский пятый. Каких развитых стран говорят на русском языке? Да почти во всех частично говорят. Кроме русских. Кроме русских. Ну. Ну, да во всех развитых странах белорусы, украинцы говорят на русском языке. Я не про Украину говорю, я украинцы в цивилизованных странах говорят на русском языке. Ну, давай, давай. Ну я согласен, английский более развитый, кто ж спорит. Да, 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 да. Финляндия изучает и в некоторых школах. Ну погуглишь потом. Ладно, это не вопрос. Я по Ты сравнял. Конечно, английский более продвинутый, чем русский. Кто же спорит? Я тебе ничего не говорил. Я ж в сравнении с мовой. Мова это называется язык, который обладает... Мова это язык, который обладает deep inferiority. Ладно, давай, давай на другую тему. Давай на другую тему. Как ты думаешь, какое будущее у Донецка? Украинское, конечно, только украинское. Ну и, то есть его, я тоже так думаю, что его впендюрят Украину с особым статусом. Правильно? Впендюрят, а там же как было, так и будет. Что будет? Ну, дадут особый статус. Будет и будет в итоге федерализация. Ты какое отношение к Донецку? Ну ты ж Донецк, я тебя спрашиваю про Донецк. Ну, а ты какое? По твоим заявлениям. Да никакого не имею. Мне твой Донецк до лампочки. Я просто про Украину спрашиваю. Какое будущее Украины? Ладно, скажи мне. Ну давай объясняй, какое будущее Украины? Она сохранится, разделится или как? Донецк,
братуха, сейчас я облизывать буду, да, тут сегодня. Да нахуй иди со своей Россией, вот ебись. Вот. Да я не из России, успокойся. Ты достал, сиди там, бля, Россия, Россия, в Канаде сидит, пидорас вонючий. Ладно, я вижу, у тебя больше вопросов нет. Есть вопросы еще нормальные, нет? Да. Охуенно, да, если надо Россию? А ты, конечно, кто-нибудь, сука, Сызрань, бля, и там оттуда Россию любишь. Да, сходи в парашу там, на улице, чтобы тебя все попрямило. Хорошо, хорошо, схожу. А ты будешь Россию, сука, любить? Сиди там, сука, в тепле, бля, в Канаде, охуенно, что, бля, вот я Россию люблю, бля. Там в Донецке, нахуй. Так съезди, сука, в Донецк, нахуй, ебать, и посмотри, нахуй, как там, прожили? На 10 тысяч рублей в месяц, которые ты даже там худо работаешь, блядь. Ну хоть мовы нет в Донецке, и то хлеб. Хоть мовы нет, и то хлеб. Конечно, колбасит. Очень неблагозвучный язык. Зря жалел Деникин хама, их надо было брозгой да плетьми. А за себя он был совсем не разговорник. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русский — это какой, чей отвечает? Ты черный жопа, мне не нравится черный жопа. Ты черный. Наверное, зря жалел Деникин хама, их надо было брозгой да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храма, демократия помойки диктует моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько. Сущие семя, а вы ветем за родную Россию, как Руси их рассею, тяжела будет исповедь. Рокоссовский был. Мы сделали украинским угодом начнем. Италец! Да, да. Украина, которая создана группа экономическую. Не надо испытывать наше терпение. На любой выпад у нас есть достойный ответ, вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай! Страна огромная!